Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, верховного жевжика планеты Земля, и я продолжаю выкладывать партию в Humankind. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейти к первой серии, ссылка есть в описании к этому ролику. А спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества, спасибо им за поддержку. И всем зрителям приятного продолжения просмотра, и прошу, пожалуйста, не забывайте делать клипы к этому прохождению, чтобы я потом такое мини-видео составил. Надо проверять каждый ход, мало ли. Моя храпа взяла. Просто думаю, все-таки подержать может для... Ну, я бы, наверное, все-таки к Керме эту присоединил. Или нет? Тогда уже к Керме надо вот эту территорию присоединять. Чтобы... А, нет, какая разница, так это тоже на берегу. Ладно, присоединяю эту. Так, ставим здесь пирамиду Мироя. И делаем Карфаген, пожалуй. Мне кажется, Карфаген ничего так должно быть. Не так много побережья, но... По сравнению со всеми другими. Ну, просто мне не хочется как-то в науку, да. Хочется какую-то синергию какую-то делать. Вот, тут лагерь можно грабануть. Так, а тут я святилище хотел грабануть. А Хенджидаро уже Хараппа сделала. А у меня пока нету. Нету влияния это все принимать. Успешное разграбление произошло. Так, какие тут нам территории? То есть осталось вот это и вот это, видимо, да? Блин, я не принял, что ли, Карфаген? Не нажал принять вот здесь, подтвердить. Не нажал, блин. Я пока ничего не буду принимать. Так, наша вера распространяется. Вроде распространяется. Так, пойдем на эту территорию пока. И здесь гуляем. Хочу все-таки культуру на создание города оставить. Видимо, я, наверное, тут буду ставить город. Потому что нужно по побережью мои уникальные районы карфагенские делать. Так, просто... Хотя вообще непонятно тоже, где ставить. 2.9. 2.10. 2... Тут, наверное, на производство. Я бы, Катя, сюда... Только не сейчас, потому что мне нужна культура для города. Наверное, я бы здесь и поставил. Пускай на производство будет, так что постоим. Постоим, подождем. Что-то у меня денег дофига. Давайте я дострою Керму. Дострою кузницу. Мастерская каменотеса как раз закончится. Я смогу район строить следующим ходом уникальнее. Там карфагенский район, кстати, очень-очень неплохо. И у меня такое побережье, где он будет кучу... Там производство от клеток побережья. То есть, вот, например, вот здесь очень много клеток побережья. Здесь очень много клеток побережья. Кстати, а что это здесь такое построено? Торговый порт. Да тут у нас идут торговые караваны отсюда. И что, никто еще ни с кем не воюет? Ну, по-серьезски, нет. Все осваиваются. Ты там грабишь Альмека, да? Ну, чуть-чуть. Но он не в обиде.
Тут нету смысла в Humankind куда-то далеко везти, что-то ставить. Надо вокруг своих городов. Почему я не могу купить ресурсы, которые перепродает торговец? Ну, ты, возможно, их уже покупаешь у оригинала. Там написано, в общем, ты наводишь, там будет написано, что вы уже покупаете этот ресурс. Так, ну что, тут у нас... А, не открыт еще этот район. Фак, вот это я, кстати, тупанул. Так, ну, собственно, ловля рыбы надо открывать, несомненно. Давайте отложим ирригацию. Потому что это очень крутой район, да-да-да. Это единственный, получается, район. А, кстати, я его, наверное, даже смогу за культуру ставить. Так, давайте город сделаем. Я решил здесь, да, город ставить. Сейчас гончарную мастерскую. Тут, наверное, амбар. И хлев сразу. Ну, чтобы город рос. Какой молодец. Так, вот здесь насчет... Ну, кузницу можно, да. Кузницу можно. Лесной склад. Так, наверное, давайте кузницу. Пока. Надо же ее купить. Ну, сейчас вот, знаете, пока не буду покупать. Я бы оставил деньги на покупку района. Сохранил. Так, тут 8 влияния всего лишь требуется. Следующим ходом поставим райончик. Блин, а тут строить-то нечего. Ну что, производственные будем. 14-17. Просто тут рядом с этим надо. Рядом с кермой ставить. Ничего, пока не принимаем. Уже искоренение праздности взяли и поиск мудрости. Демоник, кстати, а тебе так искоренение праздности прям, типа, думаешь, круто? Ну, на самом деле, не очень. Чё-то тупанул, да? Да нет, там, я посмотрел, остальное еще было хуже. Не, по-моему, в твоем случае, вот... А, ну, хотя, да. Ну, такое себе. Да, хотел сказать за горы, но ты увидел, что тут, собственно, по-моему, одна гора у тебя. Угу, я тоже посмотрел, такой, думаю, о, сейчас возьму горы. И не нашел гор. Так... Что, коричневые и розовые брать будут? А я уже взял. What do you want now? О, мрамор. За рабочих. Вот это надо купить, да. Я пока не хочу переходить. Самоцветы за торговый тоже можно взять. Я тут еще звезды не собрал. Что, ну, эти... Районы нубийские бывшие. Why are you here? Финикийцы стали аксумцами. Так. Will we end the day, friends? У розового только краски до сих пор. I'm listening. Странно.
Так, у этого тут... Ну и шафран с серебром мне не нужны. Шелк надо купить. Зашибись. В принципе. Так, ставим район, наконец. Всего... А нет, 20. Обманула игра. Обманывает периодически, да? Так, а здесь у нас... Четыре, десять. Так, и так 14. А так вообще 17. Наверное, сюда надо. До реки далеко, к сожалению, но... Грей, это тебя там эти? 18. Хотя вот здесь тоже ничего так... Вот, наверное, сюда поставлю. Точно не меня. Пока будем тратить культуру. Значит, это фактори. Так, промышленную построил. Блин, реально нечего. Давайте пир проведем пока. И покупать. Ну, мне надо вот открыть мой уникальный район. Я просто его за деньги куплю в Керме, например. Поэтому будем давайте деньги копить пока. А в остальных районах за культуру. Аксумцы прославились. Да, кстати, ну вообще за деньги я в Карфагене могу что-нибудь. Но я бы тут... Не знаю, пока мне все это не нравится. Хотя вот лесной склад, когда мы добавим этот район... Он заработает. Кстати, вот тут могу черные деревья еще обработать за культуру. Но мне осталось вот эту территорию еще только поставить. Тут, конечно, третий город еще вполне ставится. Культуры, правда, на него нет. Ну, то есть, вот на этом я бы расселение закончил. Там у нас Суза захватывает Демоникс. Кстати, что у него с армией? У него уже два этих, ну это такое. Слушай, ты уже в этом бою три юнита потерял, Демоникс? Да. Я не увидел, что у него подкрепление. Оно внизу там пряталось. Оно не солдат не отображался на карте. Так он, наверное, просто подвел. То есть... Не-не-не, он не подводил. Его просто не видно. Он не да, подстава. Это тебя колесница, видимо, да, хреначит? Да. Так, ну ты тут сольешь, походу, судя так ну, выглядит. Ну, страшно, это почти одни разведчики. Ну, знаешь, минус 6 населения, жалко. Да, ну у него, конечно... Хотя мне тоже керма неплохо растет. У меня 18, у него 26. Ну, блин, это Хараппа все-таки. Это Хараппа, ребята. О, могу догму. Отказ от пьянства. Давайте отказ от пьянства. У меня, в общем-то, леса есть, мне кажется. Можно еще влияние от гор, но мне не так... Влияние как производство хотелось. Значит, надо с лесами, короче. Будет что-то делать. It was not love or hate at first sight. Let's see how second sight goes. Не буду я. That was a... Ну, пожалуйста. Я вот все остальные. Пуща есть. Что? Беловежская пуща есть. Да. Белый аист летит. Да, ставим, наверное, хорошее место. Мне нравится. Так. Еще три хода до районов. Поэтому я, в принципе, могу
культуру тратить. Давайте, кстати, этих ребят в Карфаген определим. И этого, и этого. Так, здесь обрабатываем черное дерево, ведь я негациант Себастьян Перейро. Перейра. Нет, Перейро. Перейро. Ра – это женское окончание, да? Ясно. Лошадки тут тоже надо будет обработать. Ух ты, колясочку-то завалил. Колясочку-то ты завалил там, оказывается? Конечно. И лошадь съел, да? Тут, как не только есть Беловежская пуща, у меня еще тут девственные леса Коми. Что-то так. Тут вальдивские еще леса есть. Ничего себе. Так, значит, этого парня Карфаген. Этих ребят тоже сюда ведем. Железо пока не обрабатывается. Обрабатываем лошадей сначала, потому что 5 еды на хлев. Ну, это все тоже. Отлично. Кстати, могу... Священное место. Почему нет, кстати? Я, может, тогда в Карфагене лучше. Я сейчас присоединю. Давайте вот... Я где-то вот тут давайте поставим. Нет, даже не тут. Вот тут давайте. Или здесь среди... Тут поставлю. Так, закончим лесной склад. И сюда же... Присоединим столицу. Да ладно. У него один... Одна жизнь осталась. Да. А, да. И победил он? Да, прикинь. Ну, конечно, такая местность для атаки. Ты сверху атаковал? Да. Да-да, он, видишь, как у него город стоит? Классно. Да, да. Я откуда не атакую, все время с реки. Ну, с другой стороны, если он выходил к тебе, ты мог с этих вот холмов двух, где драгоценности рядом, типа, он там стоять и сверху набегать на него. А там река. Ну, так если он если ты там стоишь, он туда подводит, юнит на тебя нападает, и ты его как бы не, в ответочку. Он стоял. Стоял, один, умный. Да. Вот, смотри. Мне пришлось атаковать. Ну, ладно, проблем. Сейчас... своих подведу. Так, а железо у нас где? Ну вообще надо что-то с наукой поделать. Я явно по науке сейчас буду. А колесо точно надо открыть. Давайте после ирригации колесо, а потом письмо, потому что что-то с наукой-то не очень. Так, у нас основная, опять же, на деньги, я так понимаю. Скоро получим, между прочим, тут у нас сколько плюс? 400. Прям союз. Ну давай. Что там по союзам? Давай вот этот.
Там покупать можно. Шелк уже есть весь. Мрамор. О, мрамор можно купить. Соль можно купить. Отлично. А, так это все можно купить же. Нам медь, это, считайте, плюс сколько производства. Так, зашибись. Соль. Купим. Так, серебро нет, шафран нет, по-моему, вот соль можно. А, это он, блин, это он, я уже это все покупаю, я забыл. Да, так, и у розового благовония, наверное, нет, 26, нормально. Шафран не нужен мне. Строительство и торговля. Уже так, пески времени. Плодитесь и размножайтесь, изобилие, то есть плюс 5 пищи в городах. Мне кажется, нафиг надо. Отряды я тоже пока, наверное, не буду. Молиться. Давайте, может, молиться. Вера плюс 50% и религиозный округ дешевле строится. Сейчас как религию Хараппы сметем. Так, третий город сколько у нас стоит? Я так прицениться пока. 255. Пока-то я культуру трачу на вот эти всякие улучшения. Так, а драгоценности что нам дают? Деньги за торговый квартал. Ну, у нас есть торговые кварталы. Так, и тут все обработано, да? Да. Так, мне в городах строить нечего. Вот же ж, блин. Ну что, еще один производственный район? Блин, 28. Мне кажется, надо сюда ставить, потому что вот эти пирамиды Мироя, они дают плюс... А, с другой стороны, там у нас от пьянства же штука для лесов. И там еще река будет. Нет, давайте я вот сюда лучше поставлю. Так, а в Карфагене? Давайте мастерскую каменотеса, а потом вот эту промышленную сюда. Блин, у меня производство просто немерено. Будет. Ну тут, короче, в каждой игре, я не знаю, конечно, как я к вам буду выкладывать партии. Просто я в каждой партии через разные играю. И через науку играл, и через деньги играл. Сейчас я играю через производство, хотя почему-то беру культуры на деньги в основном. Как вообще с территорией? Кстати, а по территории-то, похоже, в этой игре всем поровну завезло. Вот у меня такое ощущение, что у всех как-то есть куда ставить города. Судя по той карте, которую я вижу. Альмекам, судя по всему, не очень есть куда ставить. Ну, это дед как-то странно расселялся скорее, чем некуда ставить. Зачем-то под черного поставил. Что далеко вообще-то. Блин, я первый раз играю в эту игру. Просто пробую. Ясно, ясно. Other empires are nervously wondering what is being built with those five. Так, паводковую. А, так я открыл. Я уже открыл мою основную. Так, давайте, значит. По одному ходу, но я даже, наверное, деньги потрачу, чтобы быстрее построить эти райончики. 10 еды и 25 производства. Ну это ж охренеть. Ну тут вот слабовато. Ничего не скажу. Вот сюда, наверное. Так. Значит, здесь мы это, видимо, можем за... Да, вот тут, кстати, вопрос, где ставить. Наверное, как-то вот здесь, скорее всего. Вавилон, предложение. Хотя вот здесь, мне кажется, побольше будет. Да, сюда давайте.
Your first harbor gives access to endless expanses of the vast blue seas. В Акабе. Great voyages and discoveries. Should have done this ages ago. В Акабе. Похоже, вот сюда надо. Там, короче, бонус соседства от прибрежных... 2, 3, 4, и тут 4. Наверное, все-таки сюда поставлю. Так. Дальше. Строим. Ну, тут просто единственное место на озере. Тут за деньги заканчиваем. Заканчиваем. Присоединяем эту территорию. Присоединяем эту территорию. И теперь... Так, делаем. Паводковая ирригация, рыбный промысел. В Карфагене покупаем. Ой, не в Карфагене, в этой. В Керме. 430, 460, 493. Паводковую устроим. Все за один ход. Вау. Просто вау. Так, ну и, в общем-то, третий город надо. Так, сколько у меня в аванпостах? Какой у меня аванпост больше всего может? Так, Растабан 19, 24, 26... 35. Ну, тупи мне. Вот я и ту, смотрел на тупи, что, видимо, из тупи надо города город делать. Да, зашибись. Так, а корабли у меня есть? Теперь у меня кораблей нету. Я бы хотел корабли открыть. Так, колесо сначала. Ну да, сначала колесо, потом письмо, а потом мореплавание. Что тут, тут явно какие-то территории будут. Impressive. Intriguing. Profound even. Так, египтяне греками стали. Блин, демоник сразу до второго уровня торговца прямо. Чё дает? Очень мелочится. Узлы ее торговых путей будут предоставлять ей радиус обзора, растущий с уровнем значка. А, поэтому я чудо увидел благодаря этому. Ну, такой значок, просто предоставляет обзор. Do something clever today. Sign this treaty. This sounds like a good deal. If I cannot teach you wisdom... I will teach. Тут все перекупает. All those of honest intent may have my ear. Кстати, а у меня сейчас эти районы-то они земледельческие, по-моему, тоже. Так что теперь можно куда? Земледельческие, так что теперь можно купить шафран. Надо было, наверное... А кажется, у него значок есть. Можно было по земле, я бы тоже получил значок торговца, но... Смысл, если я вижу все то же самое, что и Демоникс видит. Так. У этого тут шафран. Уже не хватает денег. Ну... В принципе, у меня почти плюс 500 вход. Так, слушайте. Битва? Нет. Битва с районами идет, как бы. Очень сложно, если что. Давайте добавлю сюда. И нормально. Ну, через один ход рост будет. Одиннадцать и 15, а у Майя 19,9. Но мне надо, вот сейчас мне надо покопить культуру, 255 культуры.
Ну вот, грек сейчас купил у меня дерево, и он как бы через несколько цивилизаций, получается, получил эту... Этот значок. Так. Есть предложение попереименовывать города. To harness the power of water itself in order to feed your people. That should make you popular. Да, блин. Пружаны и... И Радашковичи. Мелкие городки белорусские. Так, как тут у нас религия? Да, реально все построили. Ну, давайте производственные районы. Где-то есть куда расселяться. Я вот тут вот смотрю. Ну да, в том-то и дело. Может, кстати, стены заодно построить? Двадцать четыре, 28. Ладно, давайте так. Стены тоже, кстати, за один ход строятся. Построю, слушайте, что нам... Гарнизоны стоит ли... С гарнизонами я подумаю, ладно. Да, слушайте, мне нравится тут на производство это все. О, 22. Так, а здесь? Слушайте, ну мне научные надо открывать, а то совсем как-то. Может, мне следующую культуру просто научную взять? Я бы здесь поставил. Понятно, что тут больше, но тут рядом с Мироя вот это будет соседство. С другой стороны, тут... Не, ну там с лесом и так есть. Ладно, сюда поставлю еще вот так. Я сейчас открываю, чтобы дороги у меня появились. Ну, проверяем каждый ход, есть ли новая торговля. Свинец. Вот это можно купить, кстати. О, со всего света друиды стекаются в Стоунхендж. Они там забудет. Действительно. I'm listening. А винки есть? Голубая полнолуния. Let's see how second sight goes. Голубая луна. What do you want now? Шафран и серебро, так. Да, давайте, наверное, шафраны и серебро. Можно. Так, а у кого это? Шафран и серебро. Шафран земледельческий, серебро... Ну, серебро пока можно не покупать, чисто... Давайте... Блин, ну это 372 стоит. Я не хочу, наверное, бэджик. Так, 261, 239. Давайте пока... Ладно, давайте так. Пока один купим.
строительство. Так, мне 3 звезды до следующей эпохи. Я бы реально какую-то научную брал, потому что, ну, что-то... Я производство уже так нехило разогнал. 3 звезды, да? Вот эту я выполню следующим ходом. С научной проблема. Территорию я тоже выполню, потому что сделаю город. И, возможно, даже звезду строительства. Вот у меня 3 звезды, где будет. Что-то у Майя прям одни самоцветы, и прям денег не хватает вообще, чтобы до них добраться. О! Да говорю, самоцветы 2 купил, до 3-го не могу добраться, денег не хватает. Ну, конечно, то, что у нас вся карта продает и покупает все у всей карты, это жуткий буст к скорости игры. Для всех. Ну а смысл как бы не продавать это? И не делать этого? Ну кто-то когда-то ж начнет воевать. Зависит от ресурсов, если причем, у тебя есть... смотри, если начнут ребята в центре воевать, то, собственно, наша торговля с края до края карты навернется, да. И все. Более того, тут вот в центре есть несколько ГГшек даже. Если через них будут... Надо посмотреть, как вообще эти торговые пути проходят. Сейчас я гляну. Ну вот, например, коричневый, да, на другом конце карты. Вот если я с ним торгую, где у меня торговые пути? А, у меня с ним по морю. Ага. Слушай, а как ты торговые пути смотришь? Это я что-то никак не вижу. Ну, просто меня открываешь, вкладку торговля. И там тебе сразу нарисовано будет. И твои ко мне. То есть снизу. Вот, грубо говоря, если кто-то нападет на Альмека, например, то у нас торговые пути с коричневым закончатся. Или сам Альмек нам войну объявит. Смотри, нет, ну тут... А, хотя да, с тобой да. Вот именно. Потому что с розовым там идет этот самый... Даже чуть южнее торговые пути. Не, ну с розовым... Так розовый твой сосед сверху? Или ты про другого? Нет, про другого. Про красного, наверное. Блин, он у меня розовым отображается. Короче, у него столицы какие? Карфаген, короче. Нет, Карфаген это я. Фу, Карфаген этот... Карфаген, фу. Your biggest worry may be where all the workers will eat and sleep. Угу. Так, значит, могу город делать. 3-й город основываем. Я тебя вижу. Нет, у нас часть только этих самых торговых путей идет через территории деда. Сразу. А часть идет южнее. На еду все. Ну, по крайней мере, у меня отображается. Так, это все сделали. До производства, пожалуй, тоже надо. А давайте мы вот этот присоединим и сразу уникальный район. Видите, за экспансию, как я и говорил. 16-24 везде, да? Наверное, сюда хочу. Строим. Сразу рыболовный промысел. Все, деньги кончились. Кузницу ставим, конечно же, лесной склад. Вот так пока. Так, и вторая область у нас присоединяется за 140. Вот это тоже надо будет накопить. Следующим ходом покупается вполне. Day, кайф. Так, ну мне надо вот эту территорию. Я думаю, что тут тоже что-то должно быть, что я смогу заселить. Мне нужны, в общем-то, корабли. Вавилоняне стали кельтами. Последний в своем роде. Многие слуги кастрации подвергают. Так, не вмешиваться. Принудительный труд. Не, давайте принудительный труд. У нас стабильность благодаря торговле. Дофига. А, в городах нечего строить. Фак.
Ну, продолжим районы, видимо. Может, уже фермерский тогда. Грех предложения. Я не знаю, я не хочу юниты здесь делать. Ну, можно как-то сторожевую башню, окей. А в Радашковичах... Тоже вот так. У нас 383 производства и 486. У нас просто излишки даже будут идти. Я армию за один ход буду строить, если что произойдет. У меня науки, наука слабенькая. Наука слабенькая. Слушайте, может мне хок захватить и... Блин, знаете, мне надо в Утике, наверное, какой-нибудь вот этот район присоединять. А вот этот район оставить Радашковичем. А Пружаны где-нибудь тут присоединятся потом. Как-то вот так, наверное, стоит действовать. Потому что если я этот присоединю, то я оба города, и Пружаны, и Радашковича отрежу. А Растабан нормально будет. Так, давайте тогда в Растабане, кстати, за культуру можно райончик поставить. Вот здесь. Вполне. А здесь нельзя. И в Хадаре нельзя. Почему мне сообщили, что мои воины ворвались в город Сузы? Моим воинам до Суз как-то немножко далековато. Везде обман. Не, они просто туда дошли, потом сказали, не, пацаны, нас обманули, расходимся. А что тут за армия? Какая-то разнообразная армия. А у меня что за юниты? Только если лучники Тассети, да? Ну, кстати, можно два лучника Тассети, два копейщика сделать. Давайте я, наверное, так и сделаю. Видите, это все за один ход просто делается. Заодно дороги появились. Все, я могу уже следующую брать. Может мне и взять следующую. И пока, по-моему, ничто тут не выбрано еще. После ночи. Так, византийцы, ипподром, это все на деньги. Ацтеки на влияние. Ну, так, Карфагена не буду ставить. Франки на влияние и, кстати, науку. Не знаю, нафига мне влияние, с другой стороны. Уганцев все на деньги. У тевтонцев на влияние, веру. Знаете, что я бы кхмеров на самом деле взял. Блин, но у меня... Я бы взял кхмеров, чисто максил производство, а науку получил бы просто с научных кварталов, обычных научных кварталов, вот и все. Так, а что мне тогда откладывать? Мне, наверное, надо... Мне нету смысла откладывать, правильно? Мне, наверное, можно уже принимать кхмеров. Да? Там какие-то дикие бонусы у Барая. Вот теперь Маурья мне... предложение. Теперь мне надо будет как-то... Так, 179 излишки. Это где? Кто? 16... 23. Ну давайте здесь поставим. Я спрашиваю, кто ты?
Один ход. Я вывел. Хотя, тебя... слушайте, а нафига? Что-то фиг такой. Как это произошло? Давай. У меня сейчас будут и так промышленные районы, правильно? Давайте лучше фермерские сделаю. Ну, красота. Или тут вообще этих тоже юнитов поделать? Тут, например, на коней. О, вот так давай. Ну, тоже все один ход строится, ладно. Оставлю так. На этом пока все. Спонсоры канала «Продолжение» могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!